В наш век электронных читалок издавать свою книгу – это по меньшей мере безрассудство. Так полагает автор книги «Израильские зарисовки», представленной недавно публике в Тель-Авиве и в Иерусалиме. Не какой-то там брошюры в тонкой обложке для автобусного чтива, а книги-книги, толстой, красивой, в твердой обложке и с иллюстрациями. Но именно из-за них Татьяна Разумовская, автор, вернее, соавтор книги, и решилась на этот безрассудный шаг. И эта книжка для меня невероятно важна, потому что это книжка на двоих с отцом. Мой отец художник замечательный, он очень любил Израиль, приезжал сюда каждый год, жил у нас подолгу. И он постоянно рисовал, постоянно в блокнотах наброски, рисунки, портреты. И вот из этих его израильских зарисовок я сделала эту книжку в сочетании со своими словесными зарисовками. Это такой семейный подряд. Для меня очень-очень важные. И я знаю, что и папа он бы очень порадовал, и я очень счастлива, что у нас получилась красивая книжка на двоих. Работы и фотографии питерского скульптора и художника Льва Самсоновича Разумовского, умершего в 2006 году, были вывешены в зале презентации в Иерусалимской русской библиотеке. О нем с теплотой вспоминали бывшие питерцы, знавшие этого уникального человека. В 43-м году, 18 лет, он потерял на фронте руку. Но уже в 45-м поступил в художественное училище, выбрав самую физически тяжелую в изобразительном искусстве специальность. По признанию Льва Самсоновича, главным лейтмотивом его жизни было желание доказать всем и в первую очередь себе, что он не инвалид. Ему это удалось в полной мере. Разумовский – автор известных памятников, скульптур, медалей и даже всем хорошо знакомых игрушек. И это еще не все. Отец, кроме того, что он замечательный художник, он еще замечательный писатель. У него вышло две книжки. Он написал документальные повести о своем фронте и о блокаде, которую он пережил, и еще 100 коротких рассказов, блестящих. Он блестяще писал. Так это у вас наследственное? Я только дышла этой фуры, я только тень его фигуры, как говорил Шекспир. И тем не менее, процитируем Игоря Губермана, из повседневных впечатлений, мыслей и бытовых зарисовок сложилась замечательная книга, с которой можно посмеяться до слез. Добавлю, и погрустить. Такой он Израиль в этой книге, теплый и многоцветный. В этих зарисовках есть и то, что мне лично очень близко – улыбка и самоирония. Сколько лет ты собирала эти зарисовки? Значит, я в стране ровно 30 лет. Мы приехали в январе 88 года. И это тоже причина, почему я решила из всего огромного вороха, написанного за эти годы, издать именно этот текст, эти зарисовки, которые на бегу, как все, бегая между делами, машкантами, ребенком, проблемами, я записывала всякие сценки, впечатления, все, что попадалось на карандаш в разных блокнотах. У каждого из нас есть что сказать за Израиль. Но редко у кого получается так славно его зарисовать карандашом и словом. Так что если книги все же издаются, наш электронный век, значит, это кому-то нужно. И не только их авторам.